задействуйте. Ну давай вот как раз, да, вот как раз Артура на первом тоже и ставьте, чтобы они втроем там стояли, там туда и обратно, как бы раскатить. Жека, ты что молчишь-то? Поправлять не стоит, да? Все, и мы там, в принципе, здесь больше не но... Так, ты понял, как это? Первая точка, где вот это, да? Там бывает. Нет, мы, допустим, на втором. Нет, второй. Одинаковый. Одинаковый. Перемычка, конек и Васька вместе идут. Вот, да, да, да. Ну. Ну, да, три, конек не ходите, девчонок. Вот, Васька. Три. Вначале попить, а там у них уже гонка начинается. Жена, привет. Они меня... Славляют тренера, сволочи, подонки, подлецы. Им на классе есть, нам не надо. Женьки Белов не бежит. На первых, на первых. И здесь, здесь первый. А блес это где? Стану, привет. Мы с тобой, мы сейчас пойдем, да? За полчаса до старта мы выслали, у нас все забираем. Мы вам все раздаем. Давай, посмотрим. Все зависит от того, сколько ты выпьешь. Бывает. Читай турик, что тебе Малец передал. Петя передал. На, не ебите, не ебите мне мозги. Ты че так громко? А что мне Петя читает? Ты ее такой. Девчонок, говорит. Мы с Леней обязательно. Мы сюда поднимемся. Да, да, да. А вредят вот так. Собрание сборной округа под дуатлон. Завтра на скиатлон. Обсуждение гонки. Ребят, надо еще, значит, ты же участник. Дмитрий Анатольевич здесь не будет стоять. Не будет? Нет, за Бастов. Так, Кузнецов надо задействовать. Нет, у девчонок он здесь будет стоять, а у ребят нет. Что происходит? Ну ладно, если народа нет, я просто не пускаю. Если народ. Нет, так надо сейчас решить. Сейчас надо сейчас решать. А сервис бригада у нас. Нет, там не, ребята, наверное, лыжами будут заниматься у девчонок, да у нас тоже. А ну хотя потом. У тебя че полоска такая? Лов заклеил. Тоня? Тоня. Нет, сервис пускай работает. Не вначале там будут сейчас сидеть. Да все, тогда Дмитрий Анатольевич сказал, что он давайте теперь, кто не бежит, парни, давайте это... Очки у вас есть, дайте нам. Тренер проснулся. Дайте нам и тут термоса, мы все наберем. Я у Артура беру. Я одну, один термос кола будет, другой термос. А там мы каждый пункт у себя вообще делаем. А кто у нас еще не бежит? У кого бачок можно взять? Рифат вот и этот пошел младший. Пройти напрямую. Не помню, как это делать. А, Ильнас. Ильнас, да? И я с Ильнас, я у вас. А куда Алена пошла? Турик, ну давай, скажи что-нибудь. Я так все хорошо получается. Я тебе сейчас очень сильно испорчу твой этот прямой эфир. Лучше уйди от меня. Все, сходка закончена. Давайте по тормозам. Что так? Лена у тебя убирает. Сама привыкай, поняла? Я еще спортсмен на год. Джон, что скажешь? Что там пишут-то, покажи. А, ну всякую фигню, как бы, ну не фигню, а что? Столбаться. Да, конечно. А сколько, как он заходит-то? А это Инстаграм, это прямой эфир, он 205 человек смотрит. А, нифига себе. Да это у него вафлёвый этот Инстаграм, идея тебе.
Люха, тебе привет. От Мишки. Мишка, ты в хантах? Давай. На. А мне еще. Все. Что? Так, термос у кого есть? Кто термоса получил? Парни, у меня есть. Вот собрались. Да? Вот это держи, грамотный да? подход, когда крышка лежит внутри. Я так же. Что, мы один открываем? Какой грамотный подход, Полина? Чтобы бачок не закисал. Да, да, да. И термос. Серега молодец. Так, значит, у меня... Грамотный поход. Нельзя закрывать бачок. Да, надо, чтобы крышка была в бачке. И чтобы так, чушь, бачок чушь, всегда чушь, был чистый, но кто термоса получил сегодня? Совсем, ну, пойдет. Я получил, я два бачка дал. Ну, ты два бачка дал еще, а где этот еще? Я... Секретики тебе не рассказывай. Какие он секретики? Тоже бачка не получил. Дементьеву привет, Жека тебе привет. Девочка написала. Да? Девочка говорит, а что ты пол снимаешь, что ли? Ой, да. Придурок. Он просто читает. Боже, да, только я могу сейчас его так называть, понимаете? Боже, коробку сними на цветочке. Где? А вон, 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 слева. Поехали в магазин. Как обычно, всегда больше всех. А ты чего такой бачок себе красивый взял, а мне всего только дал? Потому что ты не сравнивай элитный спортсмен с собой. Вот такие красивые турнуса давали. Да, Николай Викторович Журавлёв. Кто-то спрашивает, Николай Викторович Журавлёв, я говорю, да. Кто это там такой? Кто-то спрашивал. Я пошла. Лен, что вот. Чувствуешь? Я не знаю, как это там будет. Надо всего жить. Да, вот это, да? Да. А, мне еще одна. Дурша, ты в магазин едешь? Все, ладно. Так, ладно, что, давай. Ты в магазин едешь? Так, а давай эти еще колбочки. Ну, баночки сейчас купим. А ты, а что, кто еще привет, купил? Привет. Куда с нами? Вон же открытый. Нет, это не лестница. Ну, застревай. Не лестница. Не-не-не, все-таки я же испугался. Думаю, сейчас провалится, что ли? Вот. Давай. Вот серу. Подписать, да? А? Подписать. Да, можешь и подписать. Ты, я поставлю. Сколько литров? Я надеюсь, там будет. У нас будет китайский рынок. Типа и факт. Ты без аккредитации. Говорят, кто проходит аккредитацию.